Выставка «Интерювелир» в Сочи открылась 13 раз. В этом году свою продукцию в Южной столице представили более 200 производителей, лучшие в отрасли. Москва, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Якутск. Уникальные ювелирные изделия в Сочи привезли со всей страны. Кольца, браслеты, подвески и серьги. Все украшения можно купить по ценам производителя. Именно поэтому «Интерювелир» называют выставкой номер один. Это единственная выставка в городе и вообще в Южном федеральном округе, где принимают участие такое количество компаний, такое количество производителей. А там, где производитель, это приемлемая цена, это розыгрыши, это акции, это скидки и цена от производителя. На выставке «Интерювелир» можно приобрести не только изделия, которые производят в промышленных масштабах. На стендах – авторские работы, эксклюзивного дизайна и элитные украшения премиум-класса. Кроме того, здесь можно найти изделия кубачинских и златоустовских мастеров, продолжателей исконно народных традиций в ювелирном деле. Гильдия ювелиров России сейчас постоянно заявляет именно об этом, о возрождении школ ювелирного искусства, потому что это тоже важно, потому что не только массовая продукция, но и все-таки что-то такое, чем, конечно, и гордилась Россия когда-то, и должна гордиться впредь. Масштабная и интересная ожидается деловая программа выставки. Это и профессиональный конкурс «Интерювелир», и конкурс лучших драгоценностей. Кроме того, для участников экспозиции пройдут семинары и круглые столы. А для посетителей выставки – ежедневные лотереи с розыгрышем ювелирных изделий и бытовой техники. Выставка «Интерювелир» в гостинице «Жемчужина» будет работать 7 дней. Ирина Трусова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.